Девочки, как нас много в последнее время женского пола здесь. Да, я этому очень рад на самом деле. Ну чё, давайте стриптиз, а? Ой, да пошел ты нахрен, мужлан! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Продолжаем смотреть канал Сухис или Сучис. И, в общем-то, ссылка на оригинал этого видео в описании. Это третья часть, я бы так назвал его Тетястожопастого Мунгаса, да. Вот нам сразу тут показывают, что у нас тут ненормативная лексика, но она на испанском. А еще показывают, что у нас тут тетяндры и сцена убийств. Ну, это такой дисклеймер, да. Вы предупреждены, если что. Итак, о, автор! Сучис. Сучис засунул сам себя в ролик. Это интересно. За ним идет призрак. Господи Иисусе, неужели я сам себя засунул в свое же творение? Я надеюсь, что мне хотя бы дадут на сиськи посмотреть. О боже, что это было? Только скажите мне, что это сисястая мадам. Да, я напоминаю, что у меня максимально качественный перевод с испанского языка, как всегда. О, ни хрена себе, вот это бочка. Я, правда, другие бочки хотел пронаблюдать. Но, в принципе, это тоже неплохо. Главное, чтобы бочка, а не бревно. Сами понимаете. Ха, мы тут в Испании бревна не любим. Кого ты назвал бревном, смертный? Ты, падла, хорош орать, в конце концов. У меня призрачные дети спят. Ну, я все это понимаю, но импосибли, ты понимаешь, импосибли. Сперме, да, сперме с кучами, да. И это я тоже понимаю. Они как-то, слушайте, странные какие-то вещи стали говорить. Я вот не знаю. Я перевожу максимально точно, но они говорят какой-то бред, да, вот вообще не связанный. Слушай, фантазмы, там где эти сисястые фантазмы ходят, ты не видел? Я обычно их всегда рисовал, а сейчас что-то не нахожу. Какой-то мудак призрачный со мной говорит. Кого ты назвал призрачным мудаком? Трахин, Трахин, слышишь? Я говорю, Трахин тебе. О, какой ты умный, ничего себе! Да ты, наверное, Альберт Эйнштейн, сколько мозгов. Ну, раз ты такой умный, найди мне, пожалуйста, бабу да покрасивше в этой анимации. Ой, амиго, это вообще, в принципе, не проблема. Мои призрачные дети как раз любят спать, им можно все уже показывать друг другу. Что показывать друг другу? Ну, я имею в виду, сиськи этих баб можно показывать друг другу, а не то, что ты подумал, извращу это. Так, ну, короче, пошли, давай, за мной. Смотрите, он реально идет за ним, да. Ну, правильно, потому что я точно перевожу, это же логично. Опа-на. Глянь, видишь, вот это когда-то был я. Видишь, до чего эти бабы доводят? Ты аккуратней. Благодарю, что зарепортил. Хоть кому-то не насрать, что я погиб. Слушайте, а можно так долго трындеть за то время, когда вот это вот собираются они там? Там секунда обычно это уходит. Пойду я возноситься. Погоди, а ты уверен, что тебе в ту сторону? Возможно, это был мудак по жизни, и тебе надо вниз на самом деле, а? Так, давай-ка ты не пали контору. Просьба подписаться. Тодос. Тодос. Да, переходите в оригинал видео, можете подписаться. Ой, слушайте, девочки, как нас много в последнее время женского пола здесь. Да, я этому очень рад на самом деле. Ну чё, давайте, собственно, стриптиз, а? Ой, да пошел ты нахрен, мужлан. Хватит уже нас вот эту вот объективацию проводить нашей вот этой сексуальности. Мы вообще феминистки, мы не собираемся тебя ублажать. Estás mintiendo. Los fantasmas no hablan con los tripulantes vivos. Seguramente tú lo mataste y tú mismo lo reportaste para confundirnos. Tú eres el impostor. Вы не поверите, но я не понял ни слова из того, что он говорил, но я понял в конце импостор. Ой, нет, только не, я надеюсь, вы-то хоть нормальные, я только поразвлекаться с вами захотел. Я сейчас доложу, что тут кто-то у нас помер. А ну прекрати ржать, как дура. У нас тут не Comedy Club. Да, у нас тут очень клевое интеллектуальное шоу. Давайте нажимать на кнопку уже в конце концов. А смысл? Вас и так до хрена. Кого созывать? Кто там еще ходит-то? Вас уже сколько? Несколько человек вы можете выгнать. А, они, наверное, не могут выгнать, пока кнопку не нажмут, да? Надо пробовать жопой! Жопой нажимай! Как в прошлой серии, жопой нажимай, тогда сработает! Так, куда побежали? Мы должны дать бой этой паскуде, иначе нас всех убьют по одному. А ты не мог бы, пожалуйста, убрать свою лапу с моего лица, мудак? Я сейчас свою лапу куда захочу, туда и приставлю. Ты поняла меня, смотри, какая красавица перед нами. Но знаешь, внутри, там просто ужас какой-то. Поэтому, я считаю, вы тоже все должны повылазить из своих скафандров, чтобы мы проверили.
Нет, наверное. Слушайте, мне кажется, я в этот раз мог ошибиться немного с переводом. По-моему, что-то мне это сказал. Они не раздеваются, они выходят из своих скафандров. Вадя, это в verdad fue rápido. Итак, предлагаю, наверное, что, бухнуть бензинчику? Давайте бухнем бензинчику. Свип, свип, свип. Так, прекращаем пародировать персонажей из Балди и бухаем. Все равно перед смертью хоть немного повеселиться надо. А мне налить? Спрашивает импостер. Слушайте, какой терпеливый импостер. Он прям стоит, ждет, пока они там подискутируют, пообщаются, что-то там, знаете, придут к консенсусу. Вообще, импостер очень вежливый, на самом деле. Повезло. Первер какой-то. Первер это перверт, извращенец, наверное, да? Ну, а говорит, что Сухис извращенец. Ну, возможно, в каком-то смысле ты права, учитывая направленность этого мультика. Шикарно! Ни хрена себе, вот это суровый отпор. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Давай, Сухис. Ну чё, отсоси, импостор, как бы кричит он по-испански. И вот на этом эпичном моменте появляется реклама. Все? Все поулетали из корабля? Ну, слушайте, это... Нингвина де Элос из Пастор. Вот, правда говорят, что де Элос из Пастор, понимаете? Ну вы, блин, и придурки. Неужели так сложно было остаться в живых, убив одну мразь? Я, знаете, что вам скажу? Я отправляюсь в рай. Да, задрал на вас смотреть. Дроу. Ничья? Серьезно, ничья? Ну типа да, все сдохли, правильно. Но это еще не конец. Да. Конечно. Полностью согласен, чувак. Я это даже не перевожу, потому что слишком очевидно, понимаете? Это, я думаю, ну, на таком уровне, вот он такие очевидные вещи элементарные говорит, что даже переводить смысла нет. Даже те, кто не знают испанского, они поймут. Да, верно. Не, ну подожди, чувак, подожди. Вот здесь вот первая спорная мысль, на самом деле. Спорная. Не, я не в этом... Ты, вот сейчас ты высказал очень спорную идею. Но, как бы, я опять-таки, я не перевожу, потому что все прекрасно это поняли, я думаю, на данном этапе. Это очевидно. Это что? Это кто такой? Он тебе говорит, ты не мог бы ноги сдвинуть вместе и хорош своими яйцами свестить, весь космос смотрит на тебя. Все инопланетяне в бинокль инопланетный смотрят. О, отлично, эта беременная вылетела в космос, сейчас рожать будет. Прекрасно. А, он говорит о том, что кислород кончается, и скоро вот эта вот... Вот эта жопа помрет скоро. Короче, призрак нам рассказывает, что... Да, 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 потому что космические овсяные печенья, которые всегда летали в космосе, с ними нужно быть аккуратным, если ты оказался в открытом космосе, у тебя скафандр, и там стекло пробивается некуда. Это верно. Это просто совет детишкам, которые собрались в открытый космос. Летать, будьте аккуратны. Не ходите, дети, в открытый космос гулять. Вот так. И, наверное, не смотрите анимации такие сисястые тоже. Тоже, наверное, не надо. А я, короче, круче Илона Маска, и я отправляюсь на Марс, как бы. Говорит нам вот этот чувак, да? Ой. А, живой смотри. Замечательно. Просто прекрасно. Так одна кость же была. Это лицо испанца, который пролетел весь космос и очень больно ударился попкой, да. Вот так вот оно выглядит. Именно. Ну да, самое время умирать. И начинается новая партия, да? Круговорот амонгасиков в природе. Tal vez nunca sabremos en verdad qué es lo que pasa con ellos. Si tú tienes alguna teoría, déjala en los comentarios. Он сказал слово комментарий в конце. Ну да, да, то есть комментарии пишем, ребята. Обязательно пишем комментарии, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. На оригинал видео переходим, делаем то же самое. Также жмите колокольчик там и здесь, жмите поделиться там и здесь. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Это уже только здесь. И на этом мы заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.